Союз. Колбаска готова, на столе осталось нам только ее разрезать и продегустировать. И хочу вам добавить информацию, что эта колбаса была сделана вот с такой птички. Обвалочку мы сделали, есть видео, дивіться на канале, я показывала. Что это за птичка, вы можете тоже ознакомиться. Очень много информации про моего любимого техасского перепела, альбинос техасский, мясный утяжеленный. Вы меня спрашиваете, там по Украине есть техасец, но не такой. Обращайтесь с таким вопросом до тех продавцов, кто вам продает инкуб яйцо или птицу техасского перепела, но почему-то не такой. Он должен быть не меньше 420 грамм. Ну и максимум, смотря какую кровь закупите, яке будет маточное поголовье. Ну и сейчас вскрим колбаску, подивимся все-таки, яка она внутри получилась и яка на вкус. А для случайных зрителей добавлю, что подписывайтесь, ребята, на канал, ставьте пальчик вверх, пишите, ребята, комментарии на интересующие вас вопросы. Ну и также мне подписчица писала, что сколько надо тих перепелов, чтобы сделать то и колбасы. Да совсем и немного, ребята. Мясный перепел, в нем есть мясо. Ой, какая красивая колбаса, как пахнет. Ой, красотища. Красотища, ну да, запах... Аромат колбасы я не могу вам, ребята, передать. Это мясо, это салко шпик, это чесночок, это мускатный орех, перчик трех цветов. Трошки вона підстине и будет видно там салко. А так вот есть мясо саме. Но все-таки надо еще попробовать. А то на вид и на аромат я чую. И по соли же угадала. Это надо, а? Я фарш чуть-чуть не досалую. Но если я делаю колбасу по-селянски, она получается хорошая. А если ее коптить, то ей надо, чтобы фарш был в меру соленый. Ребята, надо обязательно... Вам рецепт, я как-то все делаю. Делайте. Конечно, сама рецептура не отличается, чем вы будете делать свину или там какую-то другую колбасу. Но то, что это бесподобно. Олечка реже салатик. Сейчас будем есть. Николаевна моя накрышила салату. Вот так. Тут еще не салат, там еще морковку. Морковку, да. Ой, как вкусно, ребята. Это настоящая домашняя еда. Настоящая. Берите у нас пример. Выращивайте птицу, выращивайте худобу, хозяйство. Ешьте самое домашнее. Потому что пришло то время, когда пищевая промышленность, которая продается, даже будь там фермера выращивают. Все-таки в бизнес, дабы не прогореть, всякую хи-хи-хи выращивают. Ну, а перепела может каждый вырастить. Это невеликие там проблемы. Самое главное, чтобы была такая колбаса у вас, ребята, надо дуже хорошее оборудование, то есть инкубатор.
Желательно профессиональный. Если вы там покупаете пенопласт, той дерьмовый, или якийсь там ширпотреб, года 3-5 він у вас здохне. Вот. А пенопласт, его надо внутри обрабатывать, дабы не было вот этой всякой заразы, потому что пенопласт він напитує. Це надо оборудование, це надо брудера, ну их можно сделать из старой мебели. Надо клетки, клетки делать качественно, профессионально, с профильной трубы 1,5 на 1,5 сантиметра, не той профиль, что вам, как его, гипсокордон набивают, труба железная. И сетка, конечно, это все деньги, и дабы получить вот такую колбаску, надо еще качественный сырье, материал. То есть у вас должно маточное поголовье быть мясное. Ну так. И подписаться до Лены на канал. Дивіться видео, задавай вопросы. Там есть очень много информации по кормам. Вот. И задавайте вопросы, буду показывать вам, отснимать, что можно приготовить. Такую колбасу где вы купите? Ну, может, какая-то родичка вам сделает. Але родичка, чтобы заработать что-то. Сюди може напхати ще щось трошки некачественне. Ну, з перепілки це ви тільки зробите самі. І ще добавлю, що фарш, фаршу різниця. Я ділю обвалку з, як його, господі, з перепілов. Ви самі бачили кості, там шея, крилишки, шкура. Це все йде на переробку, на корм перепілам. А якщо ви будете покупати фарш по 100 гривень кілограм, якщо сама перепілка м'ясо стоїть там 200 гривень кілограм, то хочу вам сказати, що там, мабуть, ті голови, ті лапи, ті хребти, що йде в мене на корм перепілам, все йде в фарш. Зараз такі м'ясорубки є хороші, що все зроблять в пену, і ви навіть не будете відрізняти, або там є кості, або там немає костей. Ну, а качественное самое мясное, это можете только сделать вы сами. Спасибо вам за внимание, спасибо за подписку, спасибо за комментарий. И спасибо вам за лайк. Всем пока, ребятки, а нам смачного!